воздухоочиститель с четырьмя фильтрами, пятью датчиками, функцией увлажнения и ионизации воздуха. Рассмотрим воздухоочиститель Panasonic, который удаляет грязь, пыль, аллергены, бактерии и увлажняет воздух. В фирменной коробке вместе с прибором лежат инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из глянцевого пластика. Цвет у него довольно необычный, коричневый. Есть модель черного цвета. Воздухоочиститель довольно большой, почти 40 см шириной и высотой 64 см. Под корпусом спрятались колесики с фиксатором, с помощью которых его можно передвигать. Справа и слева есть ручки. Сверху расположена панель управления. Есть кнопка блокировки от детей. Спереди различные индикаторы и датчики. Например, индикатор функции NanoE. Он активен, когда работает ионизация. Если обнаруживается сильное загрязнение воздуха, передняя панель начинает усиленно всасывать воздух с поверхности пола. Бак для воды вмещает 3,5 литра. Он легко вытаскивается и наполняется водой. Ножки не дадут ему упасть, пока заливаете воду. Теперь о фильтрах. Фильтр предварительной очистки удаляет крупную пыль, шерсть, пух. Трехкомпонентный HEPA-фильтр удаляет из воздуха грязь, пыль, аллергены. Также есть дезодорирующий и увлажняющий фильтры. Устройство способно очистить и увлажнить воздух в помещении площадью до 52 квадратных метров. У него масса интересных функций. Например, есть датчик движения. Когда никого нет рядом, прибор работает в экономном режиме. А когда люди или животные заходят в комнату, начинает работать интенсивнее. Он автоматически выключается в установленное время. Кроме того, вычисляет, в какое время дня воздух содержит больше всего загрязнений и автоматически включает усиленную систему очистки. Также у него есть датчик света. Ночью он включает более тихую работу в режиме сна. Все детали устройства легко разбираются. Бак для воды нужно промывать ежедневно, лоток раз в месяц. Противогрибковые предварительные очистки и увлажняющие фильтры очищать также раз в месяц. А HEPA-фильтр раз в две недели. Воздухоочиститель Panasonic подходит для дома и других помещений, где нужно регулярно увлажнять воздух и очищать его от запахов, аллергенов и бактерий.